Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Быкова и снова о проекте Харика-Ф. Я обещала вам рассказать маркетинг, и сегодня вы его услышите. Почему снова я говорю об этом проекте? Потому что это очень-очень шикарная возможность для нас получить недвижимость в Турции, стать квартирным, извините, рантье и получать доход по 151 тысячи евро. Это просто великолепно. Итак, как я уже сказала, сегодня основная тема – маркетинг. Также я кратко скажу о проекте, о возможностях ваших, о вашем возможном выборе и о преимуществах этого бизнеса. Официальный представитель международного интернет-проекта Харика-Ф – турецкая компания Harika-F Emlak Ltd. Название проекта в переводе на русский язык означает «великолепный дом». А деловые партнеры проекта – это наиболее успешные и крупные строительные компании Турции, пользующиеся безупречной репутацией и строящие просто шикарную недвижимость. Итак, маркетинг. Маркетинг-план проекта состоит из четырех столов. Первый называется «Голубой дом», второй – «Оранжевый дом», третий – «Зеленый дом». И четвертый – «Золотой дом». Первый стол – «Голубой дом». Он семиместный. Здесь видите 7 окошечек. Оплата входа – 520 евро. В этом доме квалификация не обязательна, но она потребуется вам в будущем, поэтому желательно позаботиться о ней уже сейчас. Что такое квалификация? Это 2 личных приглашения. В «Голубом доме» всегда 3 верхних окошечка заняты. Вы входите в дом, где находится ваш спонсор, зарегистрировавшись и оплатив 520 евро, и встаете на нижний ряд слева направо на первое левое свободное место. Как только все 4 окошечки загорелись, стол заполнился, он будет делиться ровно пополам. Здесь нет системы обгона. Стул делится пополам. Человек, который стоял на верхушечке, в верхнем окне, он переходит во второй стул, при этом автоматически еще реинвестируясь вниз, опять же, голубого дома. При первом цикле на руки у вас вы ничего не получаете. Начиная со второго цикла вращения в голубом доме, вы будете получать на руки 1550 евро. Компания отчисляет 10 евро с каждого прохода, с каждого логина партнеров в голубом доме, по 10 евро в благотворительный фонд детей больных лейкемией. Итак, мы переходим с вами в следующий дом, который называется «Оранжевый». Он 15-местный. Будем мы проходить его всего лишь один раз. И здесь, в этом доме, важна квалификация. Квалификация двумя партнерами. Мы заходим на нижний этаж этого дома. Слева направо на первое левое свободное место, в тот дом, где находится наш спонсор, где находится ваш спонсор. Как только 8 нижних окошечек будут заняты, происходит деление пополам. Тот партнер, который стоял на верхушечке, в верхнем окне находился, он получает 1000 евро на руки и переходит в следующий дом. Как я уже сказала, здесь важна квалификация двумя партнерами. Если партнер выходит из оранжевого стола без квалификации, то система не переводит его за наставником в зеленый дом. Зеленый – это третий дом. А блокирует запас до выполнения им условия квалификации. И 1000 евро при этом временно партнер снять не может. Когда в оранжевый дом вслед за вами приходят ваши приглашенные, вы за каждого своего приглашенного будете получать по 100 евро. Так, здесь нет системы обгона, стол делится ровно пополам. Переходим на следующий стол. Это зеленый дом. Он семиместный.
Из оранжевого дома мы переходим сюда автоматически вслед за своим спонсором. В зеленом доме квалификация не обязательна. Точно так же, как в предыдущих домах, вы будете входить на нижний ряд, на нижний этаж и вставать слева направо на первое свободное место. Как только нижний этаж заполнился, происходит деление пополам. Партнер, стоявший на верхушечке, находившийся в верхнем окне, получает на руки 2000 евро и переходит в следующий дом. Вот в этом столе будут идти перемешивания партнеров, будут сливаться несколько веток. Сейчас вы узнаете, про что я говорю. Четвертый стол – золотой стол, он тоже семиместный. Вы заходите в него, в дом, где находится ваш спонсор, ваш наставник, на нижний ряд, на первое левое свободное место. Как только все четыре окошечка на нижнем этаже будут заняты, опять же произойдет деление пополам, и тот партнер, который находился в верхнем окне, получает начисление 151 тысячу евро. Из этих денег 11 тысяч идет на автоматический реинвест в зеленый дом, пройдя который снова, вслед за своим спонсором, вы получите на руки снова 2000 евро. Из первой полученной суммы, как я уже сказала, 151 тысячи евро, 11 тысяч идет на реинвест, а 140 тысяч, первые ваши 140 тысяч евро, резервируются на ваш счет для покупки квартиры в Алании и Анталии. Со всех последующих циклов и выходов своих вы будете по 140 тысяч евро получать, вы их можете обналичивать. Как я и говорила, в зеленом столе, в зеленом доме происходит перемешивание. Вы, наверное, уже поняли, каким образом это происходит. Потому что будут подниматься люди новые, которые только выходят из оранжевого стола, и партнеры, которые будут опускаться с золотого дома. То есть будет идти перемешивание и активное движение в этом зеленом доме. И каждый раз вы будете получать по 140 тысяч евро, пройдя золотой дом. На этом слайде я вам хочу вкратце маркетинг показать, то, что мы сейчас рассказывали. Так, какие же ступени вашего дохода в проекте Харикаэп? Зарегистрируясь, оплатив 520 евро, вы попадаете в голубой дом, в котором будете со второго цикла получать 1550 евро многократно, потому что здесь идет автоматический реинвест. Пройдя первый голубой дом, вы попадаете в оранжевый дом. Здесь нужна квалификация. Оранжевый дом вы проходите один раз и получаете 1000 евро на руки. Попадаете в зеленый дом. Пройдя зеленый дом, получаете 2000 евро на руки и переходите в золотой дом, получив 151 тысячу евро. 11 тысяч евро идут на реинвест в зеленый дом и 140 тысяч евро вы будете получать многократно. При этом обращаю снова внимание, что все столы делятся ровно пополам, нет системы обгона, и лишь в оранжевом столе, который мы проходим один раз, нужна нам квалификация. Таким образом, стартуя всего с 520 евро, вы можете получать очень большой доход много и много раз. Я думаю, вам понравились цифры, возможности, перспективы, и ваши цели совпадают вместе с нашими. Но каким же образом вы можете построить бизнес? У вас для этого есть два варианта на выбор. Вы можете взять ссылку своего пригласителя, зарегистрироваться и вести бизнес самостоятельно. Либо вы можете войти в нашу команду изобилия, двигаться вместе с нами. Здесь вы получите командную поддержку. И даже если не успеете пригласить своих партнеров, в порядке очередности мы вам сделаем квалификацию для того, чтобы вы вместе с нами шли к большим деньгам и к недвижимости в Турции.
Давайте здесь рассмотрим еще раз кратко преимущества проекта. Доступный вход 520 евро. Я думаю, все из вас, все согласятся со мной, что для того, чтобы получить такую шикарную недвижимость и огромный доход, 520 евро – это совсем небольшие деньги. Доход по 151 тысячи евро, из которых 11 тысяч всегда будет идти на автоматический реинвест, поэтому по 140 тысяч евро вы будете получать многократно. Вы можете стать квартирным рантье, то есть приобрести квартиру не только для себя, для своей семьи, а может быть и виллу, но также приобрести несколько квартир, сдавать их в аренду и получать тот пассивный доход, о котором многие-многие из нас мечтают. Вы будете жить в райском месте, наслаждаться жизнью. И у вас есть два варианта на выбор ведения вашего бизнеса. Этот бизнес выгоден для вас. Итак, если вы хотите для себя лучшей жизни, действуйте прямо сейчас, не медлите. С вами была Светлана Быкова. До встречи в бизнесе и в Турции. Всем до следующей встречи, до свидания и удачи!